Здравствуйте, в эфире программа «Крупным планом» и я ее ведущая Олеся Хитогурова. И сегодня у нас в гостях певица Арина Калитеевская, известная магаданцам как Ариша. Здравствуйте. Здравствуйте. Совсем недавно состоялся ваш сольный концерт, очередной. Как воспринял зритель вас и вообще вот ваши впечатления? Ну, дело в том, что у нас была очень мощная подготовка к этому проекту. Сколько вы готовились? Мы готовились полгода. И мы не допускали той мысли, что может что-то не получиться или получится что-то не так, как мы планировали. В день концерта тоже был очень ответственный момент, потому что мы отстраивали звук, и все нужно было установить на сцене за буквально несколько часов до выхода на сцену. Но положительная энергетика моих музыкантов, моей команды, она совместилась, и, в общем, все получилось. И, конечно же, положительная энергетика зала тоже немаловажную роль сыграла. Дебютный концерт был в 2011 году. По-моему, да. Как изменилась вообще подготовка к самому мероприятию и отношение зрителя? Ну, тогда вообще это было ново для меня. Я первый раз делала такой проект в 2011 году. Подготовка была не такая долгая. То есть и первый, и второй свой проект я делала буквально за 2-1,5 месяца. Там было больше танцев, больше шоу, а сейчас мы сделали акцент именно на исполнении, как на музыкальном, так и на вокальном. Мы сделали акцент именно на песнях, поэтому к этому нужно намного серьезнее подходить, если, конечно, есть цель сделать какой-то такой хороший концерт, хороший проект. Вы говорите «моя команда». Кто они, ваша команда? Это отличные ребята, я их очень люблю. Группа «Ле Терминал». Мы впервые в таком... Нет, не впервые. В прошлом году мы делали небольшое выступление, но вот именно в таком составе мы впервые работали. Я надеюсь, что это не последнее наше выступление. Я планирую с ними продолжить дальше. То есть у вас и живой звук, и живое исполнение, все полностью живое? Конечно, да. А танцует кто? Танцевала команда под названием Commercial Girls. Это тоже мои девочки, знакомые, очень хорошие мои друзья. И они мне решили тоже в этом проекте помочь, чему я очень рада. Вас называют местной звездой. Уже даже не звездочкой, а звездой. Я очень не люблю это, когда так говорят. Почему? Ну, в принципе, когда говорят «звезда», мне это не нравится. Меня это отталкивает. Я думаю, что это отталкивает и других людей тоже. То есть это говорит о какой-то звездной болезни, да? Скорее всего, да. Но я думаю, что меня эта проблема никогда не посещала, и я думаю, что я обойду ее стороной. Я абсолютно спокойный, адекватный человек, и несмотря на то, что происходит в жизни, я остаюсь на том же месте, на котором я и нахожусь сейчас. То есть я не взлетаю в облака, я абсолютно спокойно общаюсь с другими людьми. Много людей было на концерте вот минувшем? Ну, мы собрали почти полный зал, впрочем, как и в прошлые разы. Это очень здорово. И... Как приняли? Я говорила уже о том, что была очень наша энергетика, очень хорошая энергетика, зала хорошая. Конечно, я, когда была на сцене, я испытывала очень разные чувства и очень смешанные чувства, потому что в какой-то момент мне казалось, что звук плохой, в какой-то момент мне казалось, что зал не так реагирует. Но на самом деле, когда я уже посмотрела спустя несколько дней видео, я проанализировала это все, и я послушала тех людей, которые были на концерте, незнакомых людей, потому что сейчас очень много мне пишут и поздравляют, высказывают свои мнения. Молодцы, у нас очень благодарная публика, и я просто отдельно им спасибо говорю за то, что они так нас принимали. Тем более, это было очень приятно для моих ребят, у них такой дебют был впервые, они впервые играли на таком большом концерте. Я почему спрашиваю, потому что вы уезжали из Магадана несколько лет назад, многие говорили, что, может быть, вы не вернетесь, что вы нашли себя там, а все-таки вернулись. Расскажите, почему уезжали и почему решили вернуться в Магадан? Ну, дело в том, что когда я уезжала, я об этом никому не говорила. И я не говорила о том, что я уезжаю навсегда. На тот момент я уже закончила университет в Магадане и была, в принципе, довольно уже взрослым человеком для того, чтобы поехать и просто жить в городе, который мне очень нравится. Я жила там какое-то время, а почему я туда уехала и почему я сейчас в Магадане, это уже не тема для разговора. В принципе, это такие личные вещи, которые я бы не очень хотела обсуждать. Хорошо, кто вы по образованию? Я по образованию филолог.
учителя русского языка и литературы. Было желание связать с этим свою жизнь? У меня, как и у всех студентов, были практики в школе. Это было замечательное время. Мы очень хорошо общались с детьми. У нас были прекрасные уроки. Но это очень большая ответственность, и этому нужно все-таки посвящать всю жизнь. Когда у тебя за плечами, в общем-то, музыкальная школа и деятельность, которой я занимаюсь музыкальной, это очень тяжело совмещать. В общем, я делаю упор в другую сторону. Вы сказали, что у вас за плечами музыкальная школа. Расскажите вообще, как начинался ваш творческий путь? Ну, как и все дети в детстве, не все дети, но как и все музыкальные дети, я хотела петь. И у меня было просто желание петь. В школу хоровую я попала довольно поздно. Мне было лет 12, по-моему, на тот момент. Вас родители отдали или вы сами попросили? Я очень хотела. Я выпрашивала, да, и я поступила в хоровую школу, но дело в том, что так поздно, в таком возрасте уже в хоровую школу не принимают, потому что ребята в 12 лет, они там уже учатся в 4 или в 5 классе, и, в общем-то, я сразу попала в 4 класс. Экстерном закончила хоровую школу, ну и дальше я занималась с педагогом вокалом. Потом я поступила в университет, и, в общем-то, там и началась вся вот эта вот творческая движуха. Участвовали в концертах, наверное, студенческих, да, каких-то? Конечно, конечно. Это наша была студенческая жизнь. В общем-то, мы не столько времени и сил отдавали парам и учебе, сколько... Организации мероприятий. Конечно, да. И там уже я почувствовала любовь публики. И вот тогда у меня уже появилось желание сделать первый свой проект. В общем, все идет оттуда, из студенческих лет. Сейчас вам хочется петь так же, как и тогда? Да, но только это уже все более осмысленно, более размеренно. Недавно вышел ваш новый клип, новый проект. Да. Давайте посмотрим кусочек. Слушай, тебе я сказала сегодня, уходи и не возвращайся больше. Знаешь, а мне хорошо, я довольна. В Ютубе его посмотрели уже более 5000 человек. Многие положительно оценивают работу. Вообще, расскажите, как проходила съемка этого клипа? Насколько трудоемким он был? Очень был длительный процесс. Вообще, я не планировала всю эту историю в этом году. Это все произошло совершенно случайно. Мне предложили, я согласилась, и вот пошло-поехало. В общем, клип мы снимали чуть больше, чем полгода прошло, да. Да, в общем-то, мы его снимали где-то, наверное, с марта месяца. Да. Почему так долго? Конечно, с большими перерывами, потому что, ну, на это есть разные причины. И меня какое-то время не было в городе, и были там какие-то проблемы с техникой, и потом мы думали, как и что нужно отснять. Короче говоря, когда ты это делаешь сам, без... Нет, конечно, нам очень много людей помогало, но приходилось думать за десятерых буквально. То есть вы контролировали весь процесс? Не только я, в том числе и режиссер клипа Дмитрий Завгородний, он делал больше, чем просто оператор, и больше, чем просто режиссер. Опять-таки, я уже об этом говорила, что для того, чтобы поговорить о клипе, я думаю, что лучше его пригласить к вам в гости, потому что он более детальный, более интереснее расскажет вообще, что и как там происходило. Я, к сожалению, в связи с концертом еще не успела посмотреть клип в Ютубе. Ну, я его видела, конечно, но я не успела посмотреть комментарии и, в общем, отследить, как он там пожелает, этот клип. И я тоже, и ребята, которые были со мной в кадре, мы все очень уставали, потому что некоторые съемки, буквально маленькие фрагменты, вы смотрите на экран, видите 6-10 секунд клипа, но за этими 6-10 секундами стояли там 6-8 часов съемок, а то и несколько дней съемок. Да, это очень интересно.
я не могу в полной мере оценить эту работу, потому что, во-первых, мы все очень устали, во-вторых, я постоянно видела эти видеонарезки, то есть вы посмотрели этот клип, для вас целиком. Это ново, да, для вас это ново, для меня это уже все видела, поэтому особых каких-то чувств, эмоций мне это не вызывает. Но результат очень даже неплохой, потому что в любом случае в городе у нас таких клипов еще никто не снимал, не делал никто таких видеоработ, и то, что мы немножко выше своей головы прыгнули, попытались что-то сделать, вот это уже здорово. А кому это нравится, кому это не нравится, это уже совершенно другой вопрос, и в принципе нас это не особо интересует. Сейчас планы на будущее какие? В любом случае будет дальше продолжаться моя музыкальная деятельность, будут записываться песни. У меня есть некоторые планы, но я думаю, что о них зрители узнают из соцсетей, из моего инстаграма, а там я чаще всего оповещаю о каких-то предстоящих событиях. Куда-то приглашают вас, может быть, на корпоративы? Приглашают сейчас, раньше этого было намного больше. Дело в том, что, наверное, сейчас просто исполнители сольные не пользуются такой популярностью на корпоративах. Как группы, наверное, да? Нет, в принципе, вообще, то есть больше, наверное, предпочитают танцы. Я не знаю, что там происходит на корпоративах, но некоторые меня приглашают. Что вы посоветуете тем, кто сейчас только начинает свой творческий путь, кто, может быть, только пошел в школу музыкальную, как и вы когда-то? Ну, на самом деле советы – это все ерунда. Нужно самому чувствовать, во-первых, нужно чувствовать рамки, в которых ты находишься, и понимать, нужно ли тебе за эти рамки перепрыгивать. То есть либо это твое хобби, потому что у нас же миллионы поющих людей, у нас миллионы, ну ладно, сотни тысяч, которые выпускаются из музыкальных вузов каждый год. И это не значит, что это все люди, артисты, которые будут в дальнейшем выступать на сцене. То есть это либо хобби, либо это уже какое-то серьезное дело, к которому нужно подходить ответственно. Сейчас небольшой блиц-опрос. Постарайтесь отвечать быстро и не задумываясь. Лучшее время года, на ваш взгляд? Весна. Море или горы? Море. Самолеты или поезда? Самолеты. Верите ли вы в вещи и сны? Да. Верите ли вы в чудеса? Да. Спасибо вам большое за интересную беседу. Напомню, у нас в гостях была певица Арина Калитеевская, больше известная магаданцам как Ариша. Это была программа «Крупным планом». Всего вам доброго.